Меня зовут Анастасия Харькова, я специалист компании Codeerline. И сегодня я вам расскажу про 1С, кабинет сотрудника. Мы с вами поговорим, что это такое, как с ним работать. Презентация моя будет примерно минут 40-45, не больше. После презентации, если будут у вас вопросы, пожалуйста, задавайте, я на них отвечу. Из чего будет состоять... моя презентация. Итак, смотрите, в первую очередь я вам расскажу в общем, что такое, то есть теоретически. Дальше мы с вами смоделируем несколько вариантов работ, а именно я буду вам показывать примеры на конфигурации 1С зарплаты управления персоналом 3.1 вместе, в совокупности с личным кабинетом в браузере. И в конце мы с вами посмотрим, как с ним работать в мобильном приложении. Я сделаю трансляцию сразу же на компьютер и в режиме реального времени проверим, что все то же самое, идентично и очень удобный функционал. Итак, начинаем. Вообще, что такое 1С, кабинет сотрудника? В общем и целом, это сервис, который существенно позволяет упростить жизнь обычным сотрудникам, руководителям и кадровой службе, потому что это сервис, в который можно зайти через браузер, через мобильное приложение и отметить свое отсутствие, заказать любые виды справок, посмотреть расчетные листы и прочее, а также отправить заявление на изменение своих личных данных. И тем самым эта вся информация передается напрямую в базу, в информационную базу, в которой вы работаете, в которой вы ведете свой кадровый учет, также расчет зарплаты. И сотрудник кадровой службы может оперативно обрабатывать данные задачи. Итак, новый сервис работает на четырех конфигурациях, а это, как я уже сказала, зарплата управления персоналом, на котором я буду сейчас показывать, да, свои примеры, ЗКГУ, зарплата и кадры государственного учреждения, в 1С комплексной автоматизации и в 1С ERP управления предприятия. Как мы знаем, блок зарплаты управления персоналом также размещен в КА и в ERP, поэтому будет идентичный функционал и идентично можно его использовать. Вот. Хочу отметить, что кабинет сотрудника – это ни в коем случае не то же самое, что и личный кабинет в зарплате управления Корп. Да? Потому что, в первую очередь, не используют лицензии платформы 1С, не устанавливает соединение с основной системой, то есть с информационной базой. Он не зависит от загруженности основной системы и не создает нагрузку на основную информационную систему соответственно. То есть это некий сервис, который работает отдельно, ну не совсем отдельно, но не нагружая вашу основную информационную базу. Итак, если посмотреть, как работает общая схема, у нас с вами есть локальная сеть предприятия, то есть это основная информационная система, наша база, в которой мы работаем, ведем кадровый учет, да, данные синхронизируются, то есть передаются в сервер приложения, которое находится в 1С, в облаке 1С. Синхронизация, естественно, двусторонняя, то есть как передается от базы в личный кабинет, так и обратно из личного кабинета в базу. А уже после этого передается непосредственно в интернет, непосредственно в приложение и в личные кабинеты. Итак, возможно ли использование локальной сети? На сегодняшний момент нет. Пока возможности переноса публикации сервера приложения локально, то есть в сеть организации, не существует. В дальнейшем предполагается такая возможность, и очень-очень приблизительные сроки – это 2020-2021 год, ну, зима 2020, то есть в конце этого года. Но опять-таки же это еще не точно, конкретика будет ну, чуть позже. Итак. И, соответственно, когда вы перенесете, если при необходимости, данный сервис к себе на локальный сервер, то тогда вы сможете дорабатывать ваше мобильное приложение при необходимости. Ну, как тут написано, что предполагается, что она будет в версии on-premise, то есть это непосредственно у заказчика, когда приложение размещено. Итак, что есть сейчас в личном кабинете? В первую очередь,
очередь это, естественно, блок зарплаты. В данном блоке видны расчетные листки, то есть там список архивный всех расчетных листков, которые были опубликованы ответственным лицом. Также в данном функционале можно поставить знак ознакомления с расчетным листком, что передастся вашему непосредственному руководителю. То есть данная информация передается руководителю, и тем самым ваш руководитель может отслеживать, какие сотрудники ознакомились с расчетным листком, какие нет. Также в данной вкладке можно отправить заявление на вычет. Мы с вами посмотрим, как это делается. Следующий функционал – это отсутствие. Здесь указывается учет всех отсутствий, которые возможны, начиная от отсутствия по личным делам, заканчивая болезнью и прочим. То есть сам сотрудник может выйти в мобильное приложение и отметить отсутствие. Данное отсутствие передается руководителю на согласование в личный кабинет руководителя. После согласования руководителя уже передается непосредственно в базу 1С. Следующий функционал – это отпуск. На данной вкладке можно посмотреть, во-первых, сколько дней, в принципе, у вас накопленного отпуска. Дальше заказать справку. То есть, если вы, допустим, не согласны, либо вам интересно, почему у вас только конкретно дней, то вы можете заказать справку у кадровой службы, и кадровая служба автоматически из информационной базы передаст вам эту справку в формате PDF. Также в данной вкладке можно рассчитать. Допустим, я хочу накопить 20 дней отпуска. К какому числу я накоплю столько дней? Или же чуть-чуть от обратного, а именно, допустим, сколько дней отпуска у меня будет на 20 декабря? Программа рассчитает, покажет. Ну и, естественно, из отпуска, из вкладки «Отпуск» можно отправить заявление на основной отпуск. Дальше, вкладка «Компания». Здесь показана структура компании со штатным расписанием, синхронизированная, а также сотрудники по этому штатному расписанию, но которые были опубликованы в ЗУПе ответственным лицом. Ну, когда я вам покажу, как это все настраивается, вы, собственно, и поймете, что конкретно это. Во вкладке «Компания» вы можете посмотреть контактную информацию ваших коллег, вашего руководителя, при условии того, что у них также есть доступ к личному кабинету. Вот. Дальше вкладка «Руководителю», она открыта, естественно, для сотрудников, которые занимают руководящую должность. Вот именно через эту вкладку руководители смотрят, первое, кто из сотрудников вообще ознакомлен с расчетным листком, и второе, через эту вкладку происходит согласование отсутствий своих сотрудников. Следующий функционал – это справки. Здесь хранятся все справки, вся информация, которая была заказана через личный кабинет, статус заказа, а именно согласовано в процессе подтверждения, либо отказано. Ну и в принципе здесь можно заказать три вида справок, а именно 2 НДФЛ, справка о том, что вы работаете, да, на данную организацию, а также справка об остатке отпусков. Вот. Профиль. Здесь хранится личная информация. Берется она со справочника физические лица в той информационной базе, в которой вы ведете кадровый учет. Да? Здесь можно отправить заявление на смену ваших личных данных, паспортных данных, контактную информацию. И данная информация, да, передается кадровой службе в информационную базу. Но администрирование, этот функционал доступен ответственному лицу. Здесь, соответственно, ведется непосредственно само администрирование, да, личного кабинета. Здесь ответственное лицо может отправлять заявку на присоединение кого-либо из сотрудников к личному кабинету. Также, наоборот, отключать кого-то из сотрудников от личного кабинета и настраивать некоторые такие общие настройки. Об этом мы с вами также поговорим. Не менее приятная новость – это то, что 1С выпустила бесплатное мобильное приложение, которое в открытом доступе хранится в Google Play либо App Store, то есть для Android либо для iOS. Можно скачать, также зарегистрироваться, зайти и пользоваться тем же самым функционалом, который я говорила вот буквально пару минут назад. Итак, ну давайте сейчас перейдем непосредственно к
самой презентации, и я вам начну свой рассказ с... тем, как непосредственно подключиться к личному кабинету, и пойдем уже, как работать в нем. Подскажите, виден ли вам мой рабочий стол, коллеги? Давайте вот так сделаю. Виден? Отлично. Итак, смотрите, у меня сейчас открыты две базы. В одной базе уже подключен личный кабинет, ну, через который мы будем работать, а в другой базе еще пока нет. Как я вам говорила, база у меня зарплата управления персоналом. Итак, что необходимо сделать, чтобы подключить? Ну, в первую очередь у вас должна быть подключена информационная поддержка, ну, то есть без которой нельзя... не подключать какие-либо сервисы 1С, об этом мы с вами знаем. В данной базе она подключена. Итак, когда мы с вами заходим, справа, где вся информация хранится про новости и прочее, сразу же есть ссылка на подключение сервиса 1С кабинет сотрудника. Вы можете нажать на эту кнопку, а также вы можете пройти к настройкам этого сервиса через кадры сервиса 1С кабинет сотрудника, либо зарплата сервиса 1С кабинет сотрудника. Итак, проходим. Давайте посмотрим, что здесь есть. Первое, придумайте название. Что это такое? Здесь вы, грубо говоря, придумываете название вашего сайта, через который ваши сотрудники в браузере будут заходить в свой личный кабинет. Если вот мы посмотрим на базу, которая уже подключена, здесь я ввела крок. Ну, то есть, потому что у меня просто база так называется, да, в демо. Здесь же вы можете назвать как хотите, как вам удобно, но лучше, конечно, чтобы это было сопоставимо вместе с названием вашей базы, просто потому что ваши сотрудники тогда, естественно, будут лучше понимать, куда заходить. Допустим, раз, два, три. Там система проверяет, если, к сожалению, 1, 2, 3 уже занят, придумайте другой адрес. Ну и, соответственно, вы так придумываете адрес, который вам необходим. Отлично. Дальше название. Название вашего предприятия, которое будет видеть сотрудники отдела технического сервиса 1С кабинет сотрудника. Ну, то есть есть, естественно, техподдержка 1С, писав письмо которой, вы можете задавать какие-либо вопросы. И вот по вот этому названию, а также по шестизначному коду, который вам будет присвоен при подключении, они будут идентифицировать вас в своей внутренней системе. Дальше. Выбрать ответственного. Ответственный – это ссылка на справочник «Физическое лицо». То есть тот человек, который как раз и будет повелевать сотрудниками, своими коллегами, которые могут зайти в личный кабинет, которые не могут зайти в личный кабинет, и как-то делать определенные настройки для этого. Итак, еще раз повторяюсь, ссылка на физическое лицо. Для этого у вашего сотрудника обязательно должен указан быть телефон и e-mail в данном справочнике, да, в данном элементе справочника. Без этого просто невозможно зарегистрироваться, потому что система идентифицирует вас, ну, грубо говоря, присваивает вам логин для входа, это номер телефона и e-mail. Все, как в мобильном приложении, так и в браузере. Дальше, настроить, если нужно. Здесь непосредственно настройки, какие сотрудники, какие коллеги будут публиковаться в личном кабинете. Как вы видите, здесь идет открытие штатного расписания. То есть вы можете сказать, я хочу, чтобы все, для всей организации была возможность заходить в личный кабинет, либо для какого-либо подразделения. Ну, как бы и так далее, да, либо для какой-то конкретной должности. То есть именно... лицо, которое настраивает, а в данном случае это не ответственное лицо, это системный программист, у которого есть полные права, да, в базе, он может настраивать, кто будет опубликован в базе конечной, в личном кабинете конечного. Это можно потом со временем изменять, то есть это не статичная какая-то настройка, при необходимости можете увеличивать и уменьшать. Дальше. По кнопке «Подключить» по адресу, видите, 159.1skabinet.ru будут опубликованы данные ответственного лица и его расчетные листки.
То есть как только мы нажимаем подключить, мы сразу же, грубо говоря, создаем наш личный кабинет, уже какие-то расчетные листки публикуем. При нажатии на кнопки подключить, если рассмотреть, вот так вот предоставляется данная форма. Ну, то есть, как только вы нажали на кнопку «Подключить», видоизменяется один из кабинетов сотрудника, а именно адрес приложения, идентификатор. Это вот именно тот идентификатор, про который я говорила, что это, в техподдержку можете задавать вопросы. Тут же вы можете, сейчас в сервисе публикуются данные для трех сотрудников, изменить настройку публикации. То есть, я конкретно выбрала для руководства. Да, тут же, в этот же момент, вы можете изменить настройку публикации, когда нажмете на какую-либо из галочек и нажмете обновить публикацию, тем самым информация обновится в личном кабинете. Итак, отчет по ошибкам публикации, ну здесь вы можете посмотреть отчет, статистику. И также за какой месяц публикуются расчетные листки. То есть смотрите, расчетные листки, они не публикуются автоматически. Тут нету такого, чтобы вы в базе данных начислили зарплату, выплатили, и все, она автоматически перешла. Нет, лицу, которое ответственное, да, необходимо раз в месяц нажимать на кнопку «Опубликовать», и тем самым информация передается в 1С, ну, в личный кабинет. Если есть необходимость как-то перепубликовать, либо какую-то другую информацию, то мы можем воспользоваться сервисом, точнее гиперссылкой, расширенные возможности публикации расчетных листков. Нажимаем здесь, мы видим за месяц сентябрь, по каким сотрудникам были опубликованы расчетные листки. За месяц октябрь, как вы видите, еще не по каким, мы чуть позже с вами опубликуем. Давайте даже, нет, давайте сначала посмотрим, я вам покажу, что нет этого расчетного листка. Нажмем на кнопку и потом увидим, что есть. Также здесь написано количество сотрудников, по которым будут опубликованы расчетные листки. Тем самым вы можете просмотреть статистику, ну, публикации ваших расчетных листков. Да? Вот. В общем и целом по настройке все. Давайте сейчас перейдем в сам личный кабинет. Так, смотрите, еще раз также скажу, у меня уже открыт личный кабинет для руководителя. Понятно. У меня уже открыт личный кабинет для руководителя. Сейчас я войду в систему, как я ответственное лицо. Перед тем, как просто войти в систему, естественно, надо в системе зарегистрироваться. Как это происходит? Как я уже говорила ранее, система идентифицирует пользователя по номеру телефона или по e-mail. Итак, я ввожу номер телефона. Но так как я уже зарегистрирована здесь, соответственно, у меня вся эта процедура уже немного упрощенная, но я сейчас вам расскажу, как она вообще делается, потому что все очень стандартно. Ввожу номер телефона, далее, тут у меня уже запрашивают пароль, но вообще на номер телефона высылается четырехзначный пароль, смс, который вводится, тем самым вы подтверждаете, что вы это вы, потом система запрашивает, а придумайте, пожалуйста, пароль. Вы придумываете и, соответственно, вы тем самым входите. Вот я вхожу. Пароль уже, который придуман, вхожу. Вот. Что-то не входит. Сейчас буквально секунду еще раз сделаю. Угу, вот, вошла. Смотрите, теперь давайте пройдемся по тем вкладкам, которые я уже говорила ранее. Вкладка «Главная». Здесь собрана общая статистика по всем необходимым по всему необходимому основному функционалу в нашем кабинете, а именно по зарплате. Последние зарплаты, да, показаны. По отсутствиям, по отпуску, по справке, как вы видите, уже собрана, опять же, говорю, статистика. То есть я моделировала некоторые различные ситуации, есть отказ по тем или иным отсутствиям, которые помечены красной кнопкой, красным кругляшочком. Есть согласовано, которое помечено зеленой кнопкой, да, согласовано либо моим руководителем, либо кадровой службой. И есть этап подготовлено, который отмечается желтым кругляшком. Итак, с главной страницы я могу провалиться в любую из необходимых мне вкладок. Вкладка «Зарплаты». Как я уже говорила ранее, здесь публикуются расчетные листки. Ну, тут просто за весь 20-й год больше не спускается. Расчетные листки, в
который каждый сотрудник может провалиться. Но мало того, что он может провалиться, он еще может правильно ознакомиться, как я уже говорила ранее. Как только я нажимаю на кнопку «Ознакомилась», эта информация передается моему руководителю в его личный кабинет. То есть моему руководителю во вкладке «Руководитель», личный кабинет, вот, те сотрудники, которые не ознакомились с расчетными листами. Как видите, «Харькомстас Игоревна», то есть я не ознакомилась еще с январем. Если бы я ознакомилась с ним, вот, я нажала на январь, не ознаком... как только я ознакомлюсь с ним, эта информация, ну, чуть позже пропадет, как только она синхронизируется, ну, когда я выйду сюда. Итак, дальше, что я могу здесь сделать? Я помимо того, что просто посмотреть, я могу скачать в формате PDF, свой расчетный листок. Угу. Дальше, здесь же я могу отправить заявление на вычет при необходимости. Вычеты на детей, недвижимость от такого-то срока. Итак, как это сделать? Все интуитивно понятно. Есть кнопка «Получить вычет». Нажимаю. Какой хочу я вычет получить? Ну, пусть будет за обучение. К примеру, комментарии там. Второе выше. Прикрепляю необходимый файл. Пусть будет такой, который, это то есть заявление, которое передастся в моем случае, в ЗУП. Нажимаю на кнопку «Отправить», и система с галочкой говорит «Заявление на вычет отправлено в кадровую службу. После его принятия бухгалтерия при расчете вашей зарплаты будут учитываться налоговые вычеты». Понятно. Вот, как я говорила, статус подготовлен. То есть, но как только в базе ЗУП кадровая служба скажет «Принято», и эта информация синхронизируется сюда, сразу же поменяется статус на согласован. Дальше, по отсутствию. Здесь мы также имеем данные статистические, информацию по тем отсутствиям, которые я запрашивала ранее как сотрудник. Более того, я могу провалиться в любой и посмотреть, по заявке получен отказ вчера во столько-то. Я могу по заявке отказ вчера во столько-то. По заявке также отказ вчера во столько-то. Согласовано, заявление было согласовано на отпуск таким-то числом, 5 октября, но более того, тут также информация есть, что подписано оно моим руководителем таким-то числом. Вот. Более того, данные заявления также были отказаны моим руководителем, который написал причину комментарий «нет». Заявление на отпуск не согласовано. Но это мы сейчас с вами посмотрим. Здесь также можно отметить свое отсутствие. Давайте отметим отсутствие, что будет также личные дела. Там пусть будет личные дела завтра. Галочка «Требует согласования». Это как раз галочка, которая передает информацию своему руководителю. Галочку снимаете, она не будет передаваться в личный кабинет. Не знаю, «Хочу отдых». Пусть у нас будет такой сотрудник, который просто хочет отдых. Понятно. Ваш запрос отправлен на согласование, по согласованию или отказу получить уведомление. Отлично. Статус желтый. Подготовить. Да? Давайте отметим отсутствие еще, ну, командировку. Командировку, которая там со следующего месяца. Раз, два, подтвердит Москва, к примеру, почему бы и нет. Понятно. И также, ну, отметим любое другое отсутствие, допустим, отпуск. Как вы видите, также, помимо прочего, пусть отпуск сразу же мне после командировки будет. После, помимо прочего, я могу поставить галочку, да, за свой счет, не за свой счет, отметить того сотрудника, который меня будет замещать, и этому сотруднику также в личный кабинет придет информация, что там уважаемый Игорь Веленович, вы замещаете Анастасию Игоревну. Более того, также можно добавить файл, то есть это скан заявления на отпуск. Ну, тут комментарий излишний, просто отправить на согласование. Все. То есть мы с вами что сейчас сделали? Отправили 3 заявления на согласование, на отпуск, на командировку и на просто личное отсутствие. Следующая вкладка «Отпуск». Что здесь? Здесь, как я уже говорила, во-первых, написано, что на сегодня, на 7 октября, я перерасходовала свой отпуск на один день. Следующий отпуск таким-то числом, предыдущий отпуск таким-то числом, да. Но я, тем не менее, могу подать заявление на отпуск, но так как я уже это сделала в отсутствиях,
Мое заявление, поданное ранее, уже здесь показано, передается. Но также я могу еще раз повторяю, подать заявление с этой вкладки, с отпуска. Подать заявление и пишу, да, как, что, кто замещает и прочее. Также здесь я могу посмотреть те заявления, которые были ранее поданы, отказ и статус по ним и дату согласования. А еще калькулятор отпуска, про то, что я вам говорила. Допустим, я хочу там пойти на 14 дней в отпуск, и у меня 14 дней отпуска можно будет взять после 15 февраля 2020 года. Либо я говорю, слушайте, а подскажите мне, сколько у меня будет дней отпуска 28 декабря? 8 дней отпуска я могу только взять, то есть достаточно удобный сервис. Дальше, следующая вкладка – это справки. Ну, здесь хранятся уже все справки, которые я запрашивала, которые мне были интересны. Я могу провалиться в каждую из них, допустим, вот использование дней отпуска. Также справка сразу же в формате PDF мне передается информация. Ну, то есть, грубо говоря, данная справка, данный отчет есть в ЗУП, и он сам автоматически формируется, создается, сохраняется в формате PDF и передается в личный кабинет. Но также здесь, естественно, я могу сама заказать справку, давайте это и сделаем. Давайте закажем справку 2 НДФЛ. Заказать справку 2 НДФЛ, подтверждение доходов для декларации, там без разницы комментарий. Так, прошу за 2020 год, к примеру. Заказать. Все, понятно. Как мы видим, подготовлен статус. Справка, грубо говоря, все. То есть, еще раз повторяюсь, информация предыдущих справок, которые были заказаны, и также статусы их по... Дальше, компания. Это то, что я вам говорила. Здесь показана непосредственно синхронизация с штатным расписанием, сотрудники. Если мы с вами провалимся, мы видим, какие сотрудники есть. Но так же, как я вам говорила, я делаю акцент. Смотрите, при настройке в ЗУПе я говорила, я отправила запрос, чтобы публиковалось только руководство. В руководстве у меня только 3 сотрудника по ЗУПу. Именно поэтому у меня сейчас здесь видны только 3 сотрудника. То есть это те сотрудники, у которых есть возможность зайти в личный кабинет. Также, если я нажму на какого-либо из своих сотрудников, я увижу номер телефона, ну, какую-то контактную информацию, которая мне необходима, да. Вот. Дальше, администрирование. Здесь как раз ведется все, как уже сказано, администрирование данного личного кабинета ответственным лицом. Что я могу сделать? Как вы видите, у меня здесь также 3 сотрудника. Еще раз повторюсь, это те 3 сотрудника, которые я сказала, что в ЗОПе, что я хотела бы, чтобы у них был личный кабинет. Да? По зеленому человечку говорится, что по данным сотрудникам уже сформирован, создан личный кабинет. Более того, написано и показано, каким числом я создала личный кабинет для Булатова Игоря Веленовича 3.09. Что я могу сделать? Как вы видите, я могу отметить галочками всех сотрудников, либо по кнопке «Выполнить» отметить всех, либо снять всех. Ну, допустим, я хочу, чтобы Аристотеля Борисовича тоже был личный кабинет. Я нажимаю на кнопку «Выполнить» и говорю «Отправить смс-приглашение». Но смотрите, тут... Я специально выбрала такой кейс, Аристотелю Борисовичу не будет ничего отправлено. Почему? Потому что у него в справочнике «Физические лица» указан такой же телефон, как у меня, у Харьковой Анастасии Игоревны. А так как система распознает сотрудников, пользователей по e-mail и по номеру телефона, система говорит, что пользователь с таким логином уже существует. Соответственно, эта ошибка, надо изменить данные в ЗУПе, после этого синхронизировать с личным кабинетом, а после этого мы уже с вами можем создать личный кабинет и отправить приглашение. Также мы с вами можем запретить доступ, либо имеет право администратора, то есть кому-либо из сотрудников расширить права, а именно сделать их также ответственными лицами. Дальше, по шестеренке, по кнопке шестеренки, это, естественно, настройки, что здесь написано. Во-первых, адрес сервиса.
Во-вторых, это тот текст, который отправляется при создании личного кабинета сотрудника. Вы его можете менять. Текст можно отправить на e-mail, либо на SMS. Вы его можете менять, видоизменять, как вам надо. Но я бы этого не советовала делать, потому что тут уже включены, видите, определенные параметры, которые подставляются автоматически. Но в любом случае с SMS все делается очень быстро. Ну, то есть вы только отправляете, и сразу же ежесекундно, ежемгновенно приходит смс о любой информации, которая необходима. Закрываю. Дальше, смотрите, справа напоминать сотрудникам о расчетных листках. Это как раз информация про то, как только публикуется из базы зарплаты управления персоналом расчетный лист, всем сотрудникам сразу же приходит смс о том, что там Анастасия Игоревна, расчетный лист за октябрь опубликован. Анастасия Игоревна, расчетный лист за сентябрь опубликован. Дальше показывают руководителям подчиненных, не ознакомленных с расчетными листами. Это то, что я вам говорила, что я захожу к руководителю, и вы помните, до этого, 10 минут назад, не ознакомились с расчетными листами Белохарькова Анастасия Игоревна за январь. Но как только я нажала на кнопку «Ознакомлен», через какое-то время эта информация перешла. Вот это вот кнопочка про это. Ну, дальше вы можете посмотреть, ну, обновить, актуализировать. Это некие такие уже административные моменты, о них я сильно говорить сейчас не буду. Смотрите, также хочу отметить, что в данном приложении, в данном кабинете есть настройка приватности. То есть сейчас мы с вами видим все цифры, но как только я нажму на глаз перечеркнутый, цифры уже будут максимально закрыты, ну, это по необходимости каждый выбирает настройку, как он хочет и как ему удобно. Так, дальше, помимо администрирования, есть настройка профиля. Нажимаем на фото человека, ну, если бы в зарплате управления персоналом было подгружено вообще в принципе фото, оно бы было бы также и здесь. Ну, нажимаю на профиль. Здесь, как я уже говорила, вся контактная информация обо мне, как о сотруднике. И я могу отправить заявление на изменение данной контактной информации, нажав на кнопку «Изменить мои данные». Нажимаю, и тут программа мне предоставляет, что я хочу. Изменить ФИО, изменить паспорт, изменить номер мобильного, изменить адрес, все, что хочу. Ну, давайте я изменю паспорт, пусть будет 2222. 2-2-2-2-2-2-2-2, так, 6 двоек тут должно быть. Дальше, пусть будет сегодня, подтверждаю, пусть будет все так же, все, отправляю. И эти данные передаются в ЗУП, в кадровую службу. Также здесь представлена там моя должность, которую я занимаю по штатному, да, расписанию, там какие-то мои контактные информации, будь бы здесь фотография в ЗУПе, она была бы представлена также здесь. Итак, в общем и целом про функционал конкретного сотрудника мы поговорили. Давайте сейчас перейду в функционал руководителя, во вкладку именно руководителю. Первое, что я сказала, отметила, что расчетный листок ушло, то, что не ознакомлено. Второе, это вот то самое согласование отсутствий, о котором я вам говорила ранее. Я отправила три запросы на отсутствие. Итак, первое, командировка. Ну, пусть едет, ну, допустим, я так считаю, да, как руководитель. Согласовать. Все, галочка поставлена. Тем самым теперь эта информация ушла и требует моего согласования. Как только я поставила галочку «Согласовано», мне сразу же пришло смс-уведомление о том, что Булатов Игорь Веленович согласовал отсутствие с такого-то по такой-то командировка. Отпуск. Ну, допустим, я думаю, слишком часто у меня сотрудник ходит в отпуск, откажу. Нет дней отпуска, к примеру, записать, все, отклонено. Ну, дальше там, мне сразу же опять пришло смс о том, что отклонено. Вот сейчас, когда я сделаю демо своего экрана телефона, вы это увидите, и дальше опять личные дела, ну, пусть будет согласовано тоже. Понятно, это смс-уведомление мне также сейчас пришло. Итак, давайте теперь перейдем к непосредственно зарплате управления, к базе, как она просматривается. Смотрите, для того, чтобы мне, как сотруднику
кадровой службы, либо расчетнику, да, как называется, человеку, который рассчитывает заработную плату, посмотреть, какие задачи мне прилетели в базу, пришли. Я захожу в главное, мои задачи. Здесь уже пришла информация про задачи, которые я запросила. Итак, давайте с вами посмотрим, что пришло. Заявление на налоговые вычеты Харькова Анастасии Игоревны. Захожу. Что здесь показано? Первое – это присоединенный файл. Это тот файл, который я присоединила как заявление. Дальше. Предмет – это ссылка на физическое лицо. То есть, какой сотрудник передал информацию о том, что он хочет получить вычеты. И дальше я через, ну, проваливаюсь в этого сотрудника, да, и могу оставить заявление на вычет. Допустим, давайте я сейчас, так как у нас немного времени, не буду показывать, как это делать здесь, в зарплате управления, потому что это немного другая тема. Давайте представим, что я это уже выполнила, да? Итак, я как, после того, как выполнила, ставлю галочку. Выполнено. Если это не выполнено, отменено. Дата, результат выполнения задач. Это не обязательно заполнять, это просто для примера. Выполнено. Все, данная задача ушла с активных. Дальше. Запрос справки 2 НДФЛ. Запрос справки для 2 НДФЛ. Прошу, кто, налоговый период, подтверждение доходов. Комментарий мой, тот, который я отправила, да, прошу за 2020 год. Отлично. Есть сразу же предмет, справка о доходах 2 НДФЛ. Открываю. По ссылке создается документ, но он еще не заполнен. Мы его заполняем. Дальше проверяем, нравится нам или не нравится. И если все нравится, соответственно, провожу. Все, больше нам делать ничего не надо. Как только я провела и создала, ну, поставлю галочку «Выполнено», эта информация уже в PDF сама автоматически передастся в личный кабинет. Угу. Дальше. Изменение личных данных Харькова Анастасии Игоревны. Это вот то, что я паспорт изменила, да? Также вся информация... Также кто, также меняю по необходимости на ту, которую, на ту информацию, которую мне передал мой сотрудник. Для примера сделаем так, что я выполнила это. Изменила, записала, закрыла, галочку поставила. Выполнено. Следующее. Итак. Просит согласовать отсутствие. Командировка 19-10. Это то, что согласовал, да, мой непосредственный руководитель. Да, хорошо. Хотя нет, смотрите, давайте для примера покажем, что хорошо, несмотря на то, что мой руководитель согласовал, я как сотрудник кадровой службы вижу, что в эту командировку уже отправлен Иванов. Я напишу, что дата сегодня там отменено. Результат, почему отменено? В данную командировку уже отправлен Иванов. То есть комментарий, не просто так отказать сотруднику нельзя, можно только с комментарием, да? Отменено. Все, больше пока активных нет, почему? Хотя у нас должна быть, да, еще одна активная задача, это задача по отсутствию. Итак, смотрите, она еще просто не синхронизировалась. Для того, чтобы она синхронизировалась, вообще как данные передаются, они это делают автоматически, естественно, но есть определенное регламентное задание, которое с определенной периодичностью выполняется. Чтобы, если вдруг у вас такая ситуация, как у меня сейчас, мне надо, чтобы срочно вся эта информация была передана и возвращена, я захожу в администрирование, обслуживание, регламентные операции, регламентные фоновые задания. Ну, то есть это стандартный, да, такой алгоритм. Открывается. Вот. Он, да, это регламентное задание сразу же выполнено. Показано, каким последним днем, каким временем обмен сервисом произведен. Я нажимаю на кнопку «Выполнить сейчас». И сейчас та информация, которую я создала в ЗУПе, передается в личный кабинет. И та информация, которая еще была не передана, передается сюда. Вот. Перешло согласование отсутствия, хочу отдых, личные дела. То есть, смотрите, не перешло отсутствие по отпуску, потому что мой руководитель, да, отменил, но что хочу отпуск,
хочу отдых, личные дела. Хорошо, командировку мы отменили, а это давайте мы сделаем выполнено. Но перед тем, как сделано выполнено, мы должны создать соответствующий документ в программе. Правильно, правильно. Тут автоматом она не создает. Все, в общем и целом мы все сделали. Можем еще раз выполнить. И давайте еще раз вам покажу, что в моих... Мои расчетные листки, да, сентябрь, август, июль, но я для примера создала уже, начислила зарплату за октябрь, поэтому, вот видите, но она автоматически не синхронизировалась. Почему? Потому что для того, чтобы синхронизировать, как я говорила ранее, надо уже опубликовать эти расчетные листки, я опубликовываю. Выполнила. Хорошо, у меня сразу же пришло смс о том, что публикация расчетных листков уже выполнена. Я захожу, вот, октябрь, видите, сразу же появилась. И кнопка ознакомилась. Хотите, нажимаете, хотите, нет. Так, коллеги, у нас осталось там буквально чуть-чуть времени. Давайте я вам сейчас постараюсь достаточно быстро показать, как все это выглядит в... на телефоне, на мобильном приложении, но все должно быть понятно, потому что весь точно такой же функционал расположен в мобильном приложении. Итак, начинаю трансляцию, дайте мне буквально минуту. Так, пока я показываю, коллеги, подскажите, всем видно? На вопросы я отвечу чуть позже. Коллеги, меня видно, слышно, правильно? Все хорошо? Отлично. Итак, все. Вот. Смотрите, вот то, что я вам говорила. СМС приходит сразу же. Я вот только недавно публиковала расчетный листок, пришло смс, в личном кабинете доступен расчетный лист за октябрь. Принято заявление на вычет, готова справка, согласовала отсутствие, не согласовала отсутствие, согласовала отсутствие. Ну вот, собственно говоря, вся информация здесь сейчас передается. Итак, давайте перейдем непосредственно к личному кабинету. Он выглядит вот так. Я его уже заранее скачала, скачал с App Store. Очень быстро ищется, очень быстро качается. Точнее, Google Play я скачала, у меня Android. Так, уже зарегистрировалась. Как я зарегистрировалась? Когда мне ответственное лицо отправляет заявку на создание личного кабинета, по СМС. Мне приходит СМС, что Стасия Игоревна, вам отправлена заявка, вы можете скачать там-то, там-то это приложение, и вот вам четырехзначный пароль. Я захожу, открываю личное приложение, мобильное приложение, ввожу свой номер телефона, тем самым ввожу свой логин, и мобильное приложение сразу же запрашивает этот пароль. Я ввожу этот пароль, и после этого мобильное приложение запрашивает что именно? Создание нового пароля. Я его ввожу и тем самым вхожу спокойно в свой личный кабинет. Итак, ввожу пароль. Примерно так выглядит мобильное приложение. Также есть вкладка «Главное», вкладка «Зарплата», «Отсутствие», «Отпуск», «Справки», «Прочее». Также здесь можете отметить свое отсутствие, посмотреть, какие отсутствия были ранее согласованы, посмотреть отпуск, посмотреть в зарплате. За октябрь. Видите, кнопка не была. Мы не ознакомились через личный кабинет, через браузер. Мы можем ознакомиться здесь. Все, эта информация передается моему руководителю. Архив. Это все архивные, да, расчетные листки. Вычеты. Ну, те вычеты, которые приняты, либо создать новые заявления на вычет. Отсутствие. Все отсутствия. Отметить отсутствие. Создать с мобильного приложения. Отпуск. Аналогично, как просчитать, так и отправить заявление в мои заявления. Да? Показаны, какие были, показаны, что создать. Так, сейчас справки.
Декларация, для декларации. Вот два NDFS мы с вами открываем. Также передается справка. Два NDFL, которые мы с вами можем открыть через PDF, ну и посмотреть, собственно говоря, что есть то, что мы передали. Да? Вот, коллеги, по мобильному приложению, в общем и целом, все, потому что, ну, уже не остается времени. Еще раз повторяюсь, то же самое, все то же самое, как и в обычном. Как и в обычном личном кабинете, все те же функции, вся та же информация. Более того, если что-то непонятно, у нас будет опубликована статья по личному кабинету на сайте Кудерлайна. Статью написала я, поэтому можете заходить, посмотреть, прочитать. Будет практически вся та же информация, только да, в текстовом варианте. Все, коллеги. Я сейчас отвечу на ваши вопросы. Благодарю за ваше внимание. Вот, если вопрос по стоимости, если вдруг есть, то это, пожалуйста, задавайте вашим менеджерам, потому что они могут об этом знать. Все, благодарю за ваше внимание. До свидания.